мост построен дорожными частями войск МВД СССР в 1951 году. Какие штуки. Вот такой мост соединяет два берега горной речки. Вон наш отель, вот первый самый. А вон море-то вон там, вон за тем мостом. А это речка, которая в Роза Хутор начинает, ну, с гор. А тут она в море впадает. Зашли, и непонятно, что это. Или это огромный такой торговый центр, или такой рынок, что ли. Оптушка. Ой-ой-ой. Настроено. Так, нам сигареты надо. Ой, какие корзинки хорошие, с крышкой, переноски. Ой-ой-ой. Летние какие сумочки. Ой. И лапти, и все, что хочешь. И лапти вон висят маленькие. Боже. Ой, сколько всякие. Что вам подсказать? А вон и кукуруза по 25 рублей. Ой, как пахнет приправами. Тут, да, тут рынок это. Причем огромадный, во много рядов. Угу. Так, лягушка где-то. Где-то лягушка квакает. Слушайте, это абхазские мандарины с листиками. Ой, растений всяких. Ой, поливают ли мои цветы там дома? Жалко, если погибнут. Я их выхаживала. А вот такие цветы я везла из Болгарии. Они у меня погибли почему-то. Рыба прям запахла рыбой. Мясная. Эти молоко продают как квас. Натуральное молоко. Прям какая-то ностальгия. Да у меня есть Сочи. Куда? Куда? Дядя Витя чай. Ему это
магнит ему абсолютно. Там красиво. Что это, часы? Господи. Пестрые такие, как не знаю что. Были бы они не синие, эти стеклышки. Хочу снять, как ты разговариваешь по-английски. Это она с другом своим Ричардом из Лондона разговаривает. Я ему тоже помахала рукой, поулыбалась. Hello, говорю. Я с английским не очень у меня. Ну, я его и не учила никогда. Ой, забыла вам сказать. Я же на вокзале купила несколько бусиков. И сейчас вот на этом рынке тоже. Вот, придем домой, я вам покажу. Очень интересная фурнитура. Ой, да я сейчас прям покажу. Я ж не могу. Вы посмотрите, какая фурнитура интересная. Подвески какие. Смотрите, какие интересные. А эти, смотрите, какие бусинки. Ну, вот такие одни были. Мало, конечно, 5 бусинок, но все равно пригодятся. Вот, это вот я купила. И еще купила. Ой, сейчас, мои хорошие. Где она? Смотрите, какая интересная штука. Смотрите. Вот. Колечко это снимаешь, и смотрите, какая получается подвесочка. 2 совушки. Сюда можно еще бусинки подвесить какие-нибудь, что-нибудь такое. Вот, и вот 3 подвесочки. Пусть будут, пригодятся. Ну и что, вот я посмотрела и думаю, мало. Назад сама не пошла, Сашу послала. Я говорю, иди забери у них все, сколько есть. У них там немного уже осталось. Ну. Ну как это я не куплю? Сами подумайте, правда ведь? Вот попала бы мне такая сумка в руки, я бы ее разобрала. Кокосовые диски. Цветные есть. Ой, не успела машину снять украшенную. Всю в цветах свадьба. Ох, какие. Все черные машины, главное. Посмотрите, мерседесы. Ой-ой-ой-ой-ой. А Саша еще с мешком пришла. Вы посмотрите, какие. Какие красотки. Ой, ой. И посмотрите, прям главное, втроем все намываются. Ой. Ой, вон под стулом-то там рыжая какая тоже с черным. Побежали куда-то. Пошли хвост трубой. Красотки какие у вас тут.
Ой, ой. Как человеку с сахарным диабетом пройти мимо такой красоты? Ой, персики вообще, а груши какие. Ой, 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 ой. Ох, как там у меня гранаты-то. Сейчас скоро буду отправлять посылки вам с гранатами. Пальмы. Вот говорю, соседствуют вот такие большущие дома и частные домики. Ой, сегодня не так жарко. Прям хорошо. Как я люблю ворота, двери. Вот, ну, такие вот. Понятно, что это современная работа. Но все равно. Смотрите, какая клумба. Открытая книга. А вон там чернильница с пером. Посидим на лавочке, а? Я уже устала ходить. Да, пока по рынку ходили, не уставала. Саша смеется надо мной. Да, когда вот заинтересованность есть, так про все на свете забываешь. Ну вот, пока сидим, отдыхаем. А оказывается, у меня в сумке, я не выложила, что я купила там на вокзале. Вот крошка вот такая, родохрозита. Вот сейчас я вам покажу. Вот браслетик, помните, я вам показывала? Мурманский. Вот я к нему купила крошку такую. У меня еще всякие там розовые есть бусины. Попробую, может быть, разбавлю. Но факт тот, что вот. Зеленый камень. Ну, это, видимо, тонированный какой-то. Ну, они, конечно, скромностью не отличаются. Малахит. Ага, малахит. Рядом не лежал с малахитом. Ну, цвет мне понравился. Вот. И авантюрина. Вот мелкий такой авантюринчик. Пригодится. Вот это вот я на вокзале купила. Так, а вот это вот получилось, мы тут купили. Вот целый, вон сколько. О, сколько. Богачество. Ну, очень мне вот эта фурнитура понравилась, подвески вот такие. Ну, просто такие необычные. Ну, и тут вот смотрите, между бусинками какие вот цветочки мелкие. Вот. Но уже хотела разобрать совушек. Видите, что у меня получилось. Разбилась от сглаза штука эта стеклянная. Ну, значит, судьба такая. Девчонки, это, наверное, платаны камуфляжные такие. Я во Франции первый раз на юге Франции вот такие деревья увидела. А может, еще какие-то. Ну, очень похоже по расцветке, по такой. Здоровые такие, высоченные. Ну вот, мы шли-шли. И пришли. Ой, посмотрите, еще купила какую штучку из можжевельника. Это же бусины. Тетенька мне на кухню. Прям на кухню.
меня все в дело пойдет. Пахнут прям, правда. Саша, знаешь, как пахнут? Угу, да. Есть. Какие. Можно лаком покрыть акриловым, а можно и не покрывать. Ой, короче, три посылки ушло. Черноморская. И сумку, наверное, еле доволоку. Ой, а тут песок. Это привозной, что ли? Слушайте, люди купаются. Это еще сегодня не жарко. А какая жара была вчера, позавчера, вообще вот эти вот три дня, четыре. Это просто жарень была, тридцатка. Вот на Розах хутор красиво, конечно, горы, понятно, все там такое пафосное, дорогое. А тут море зато. Лапуся, Лапуся несчастная, в рабстве, бедненькая, сидит. Очень жалко. Сидит на цепи. Как человек в костюме, хвост чешет. Вон какая красота. Посмотрите. Какие два. Большие, красивые. Дядьки, у нас фоточки платные. Пошел сбор камней. Понимаете, сумка-то легкая. Чего? Надо же еще камней набрать. Ну, я отовсюду привожу камушки. Мы вот вчера поднимались. Когда вчера? Позавчера. Позавчера. Я уже не помню, короче говоря, в эту вот наверх-то, в Олимпийскую деревню, в горы. Я и оттуда камушек прихватила. А как же? Кругом голые люди и Саша, посмотрите. Ну и я примерно так же одета. Вот смотрите, какой инь-янь. Ну вот видишь, черно-белый. Ну, это, короче, багаж-то у меня есть. Вот и привезу-то полный. У тебя багаж. На причал. Вон туда. Ну пойдем. Есть прям такие приличные здания. Фонтан вон внутри. Еще строится. Исполнение желаний, Сань. Где, да. Где надо погладить? Где погладить? Где поцеловать? Давай. Обалденные какие вообще. Ну что, загадала я желание. Погладила по головке. Девушка какая, на каких-то драконах, что ли. Какой шляпе, как мексиканец. Куда видишь ты? Проход запрещен.
хотели пойти в море выйти. Не получилось. Вот у меня Сочи, да, всегда с волнорезами ассоциируется. Почему-то вот у нас в Крыму нет волнорезов. А тут вот, вон они. Кругом волнорезы. Лавочки мне нравятся такие, со спинками, такие обстоятельные. Опять посидим. Ой, как мне нравится вот это вот странное сочетание. Пальмы, сосны, кактусы. Просто прям. Такая погода сегодня странная. Как будто вечер. Время, ну, 4 часа 5 уже. Сколько мы уже километров прошли? Ой-ой-ой. Лапуся охотится за кем-то. Так, кралась, прям кралась. Кошечка какая. Киска. Какая хорошенькая. Кс-кс-кс. Кс-кс. Киска. Ты какая хорошенькая, да. Ты какая ты хорошенькая. С такой прям родинкой на мордочке. Ой, а он там черный лежит. Он бедный, лапка перевязанная, хромает. Ты мой зайчик, кто тебя укусил или кто? Или задавили? Ой, красавец черный. У кота лапка перевязанная, хромает. Тут уже песка нет. Сплошная галька. Такой велосипед. Вот и батюшки мои. Вы посмотрите на них. Ой, какой дом. Весь зеленью прямо вид. Ой. Боже мой, какая красота. Какой дворик приятный. Прям приятный, приятный. Маяк. Ну, прям маяк. Как люди сидят хорошо. Кабина караоке. Правильно. Чтобы закрытый, чтобы никто не слышал. Песню можно прям записать. Я когда-то работала, давно работала в караоке-баре администратором. Я с тех пор возненавидела караоке. Вы не представляете, слушать одно и то же, людей без слуха и голоса. Это невозможно, это выше моих сил. Саша смеется. Обожаю такси в Адлере. Вот до отеля 81 рубль. Шли, не знаю, сколько прошли. То 60 рублей, то 80. Но он будет, получается, через 10 минут. Подождем. Вон, вино Кубани. Нет.
Деденька говорит, такая красивая девочка, правильно делает. Саша Дане накупила специй. Даня очень любит готовить. И ему ничего не надо. Спросили, ничего не надо, специй привези. Рыбки, которые ноги объедают. Слушай, ну не гадость. Угостил мужчина южный, горячий, Саньку каштанами. Не понимаю прикола вообще. Не знаю, говорили гадость несусветную, нет. Ну так какие-то. Обычно, ну, не знаю. Ну вот, у нас ужин. Селедка под шубой, курица. Между прочим, приятная крупа, она еще и с грибами. Такой у нас ужин в отеле. Ну хорошо, никуда не идти. И вот эту сухомятку, или надо, так ведь надо куда-то идти, или сухомятку есть в номере. А так поужинали и пошли. Устали, ходили столько сегодня. Бассейн с подсветочкой. Водичка тепленькая, народ плещется. Темно на улице, уже ведь все косим, наверное. Он до 10 работает, можно купаться. Красота.